Жительница города Каспийска стала жертвой дистанционного мошенничества. Для незаконного обогащения злоумышленники использовали известную схему – звонок от имени сотрудника банка. Но на этот раз мошенники подключили к своей схеме и лжеполицейского. Звонили, так продолжалось 2-3 раза. После поступает звонок, на телефоне высвечивается МВД по Республике Дагестан. Представился человек сотрудником информационного центра, что в данный момент проходит следственное мероприятие, вам звонили с банка, и вы должны помочь. Я доверяла, но указания выполнила. В итоге у меня произошли списания. Аферисты сняли более 70 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что для совершения противоправовой деятельности они воспользовались интернет-приложением с функцией подмены номера. Несмотря на многочисленные предупреждения о фактах хищения денежных средств дистанционным способом, под предлогом предотвращения блокировки банковской карты и несанкционированного списания денежных средств, продолжает иметь случаи снятия злоумышленником денежных средств с банковских карт граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело, по которому проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.